Что бы я хотела сказать? Хочу сказать следующее. Если мой сын Максим Фрия виноват перед Украиной в чем-то, то будьте добры, уж простите его, пожалуйста. Он, соответственно, он даже не способен на какой-то плохой поступок, зная его. Соответственно, он не по своей воле туда пришел, в Украину. Человек военный, живет по уставу. Соответственно, все сделал так, как сказал вышестоящее руководство. И если он, уважаемые украинцы, если он у вас, то я готова приехать туда и, соответственно, его забрать. Простите его, простите меня.